мы становимся загипнотизированы интонацией. Но интонация – это всего лишь порядок слов. Когда мне это пришло в голову, я был изумлен. Это значит, что у нас всех присутствующих и у Толстого общий на всех словарь, словарь русской речи. Но нас, присутствующих, друг от друга и от Толстого отличает такая малость, как порядок слов. Это же это удивительно, да? Нет? Но когда первый раз ты это понимаешь, ты думаешь, боже мой, как просто...